К другим темам. Челябинцы почтили память воинов, погибших на полях сражений и пропавших без вести. 3 декабря – день неизвестного солдата. Возле Вечного огня прошла торжественная церемония возложения цветов и венков. Почтить память воинов пришли несколько сотен горожан. Все они герои и будут жить. Почтить память погибших собрались представители силовых структур, правительство области и города, студенты военной кафедры, спасатели, конечно, поисковики. Для поисковых отрядов дата 3 декабря особенная, ведь поиск пропавших без вести солдат и раскрытие тайны личности погибших – это их основная цель. Это дань памяти и уважения всем погибшим, защищая Родину. А слова «никто не забыл, ничто не забыл» является символом этого дня. Памятная дата была установлена указом президента Владимира Путина в 2014 году. Выбор пал на 3 декабря не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, в честь празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, у стен Кремля был торжественно захоронен прах неизвестных солдат. На месте этого захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата» и зажжен вечный огонь. Солдаты, которые погибли, так что они нам дали такую жизнь. Так, ну и память, конечно, чтобы всегда была о них. В общей сложности в войнах и вооруженных конфликтах 20 и 21 веков пропали без вести около 2 миллионов советских и российских граждан.